В Тбилиси завершился международный конгресс движения «Слово жизни», пишет 316 News. Во время конгресса произошло знаменательное событие. Впервые в истории церквей «Слово в жизни» в присутствии сотни пасторов из более чем 30 стран епископами были признаны старший пастор церкви «Слово жизни» в Швеции Иоаким Люнквист, старший пастор церкви «Слово жизни» в Армении Артур Симонян и старший пастор церкви «Слово жизни» в Москве Мацола Исхаэль. Основываясь на характере и влиянии служения этих трех пастырей, участники конгресса подняли молитву благословения в знак того, что они достойны исполнять свое служение в качестве епископов, признанных со стороны всего международного движения «Слово жизни».